Так, ладно, чат, хорошо, вы уговорили, давайте купим 120 левелов компендиума, так сказать, поблагодарим разработчиков за пиздатую Dota 2 систему, принять, ля как быстро все купилось, вы понимаете, я даже не успел, как бы, ну, оглянуться, посмотреть, не оглянулась ли она, и у меня уже это все купилось, офигеть, оно еще и, может быть, активировалось уже. А, оно вот это вот все дает и еще сверху уровни. Какая еще ошибка? Алло! Принять все. Гиббон опять раздел на 800 гривен. Ну я ебал, ну как он это делает? Ну как он это делает? Ну как? Сейчас, так, у нас вот такой сундук есть, тут что есть? Так, тут есть Void Spirit, да? Окей, еще вот такой сундук есть. Тут что? Тут дривка. Невероятно редкая. И еще вот такой сундук. Это, я так понимаю, надо вначале будет открыть их. Так, ладно, сейчас будет открытие сундуков, дорогие друзья. Дамы и господа. Пока откроем вот эти сундуки. Что тут выпадет? Что тут выпадет? Так, выпадает обычный сундук. Кто бы сомневался, да? Чрезвычайно редкую, дайте мне одну. Ну, конечно. Да. Ну, вот такой вот сундук. Но если с первого сундука выпадет, это будет, конечно, мемуар. Придется ставку отменять. Так. Я уже думал, сейчас, если выпадет, то мне еще ставку придется отменить. Открыть еще, поехали. Чрезвычайно редкую, давай сюда. Так, опы. Опа! Редкая, хорошо. На нет 720 тысяч поставила беллов. На да поставила 400 тысяч беллов, я смотрю, да? Чат, ну капец, вы вообще не верите в меня. Без отмен? Да не, ну уже без отмен, нормально. Так, открыть еще. Не, ну вот я реально, да, я типа не понимаю, я сейчас по сути в казино нахожусь. Я реально нахожусь в казино по факту. 800 гривен закинул и просто кручу слоты. Я кручу слоты по сути, я тупо в казике. Только это тот казик, где я просираю бабки, а не типа беру бабки за рекламу и их зарабатываю, да? Вот это я, конечно, долбич. Надо, короче, брать этот какой-нибудь казик. Можешь повторки ломать, еще дадут сундуки. Так в смысле ломать? А как я буду потом розыгрыши? Я же вам раздаю эти имморталки. Я же эти имморталки вам раздаю. Я не хочу их ломать. Я же потом раздаю ставку, закрой. Ставку уже закрыта, все. Там же 5 минут. Ну, вы можете видеть по мне, что я не то чтобы слишком сильно радуюсь, потому что я до этого сундуки открывал, и у меня много было открыто, у меня был 600-й левел, и, соответственно, ну, мне должна была эта шляпа выпасть. Погнали крутить, так сказать, колесо удачи. Короче, когда уже ничего не остается, можно пропускать. Да ты ж. Ничего не дает. Казик ничего не дает. Надо на другие слоты пересаживаться. А! Дали бы эту очень невероятно редкую, чрезвычайно редкую штуку бы дали. Сколько она стоит вот эта вот чрезвычайно редкая? Сколько стоит это чрезвычайно редкое? Кто-то шарит? Гонос перетекатку. Блин, я думал, сейчас еще одна выпадет.
30 тысяч гривен? Ну, это 1000, там, 1100 долларов, ничего себе. Ну, пример. Блин! Сука, Габен. Габен издевается. Тут должен на самом деле быть путч, который хукает. Хукает, типа, к себе, типа, персонажей. И последний, кто остается, соответственно... А последнего он жрет. Киквы. Ты должен такой, знаете, вдалеке стоять путч, и он такой, типа, хуком шик-шик-шик притягивает. Как вам такая анимация? А, блин, вы видите, он постоянно вот эту невероятно редкую оставляет напоследок, чтобы ты прям до конца сидел в ожидании. Капец, реально, какие же... они, конечно. Смотрите, очень редко и невероятно редко, и конечно, тебе шляпу дали. Ну, просто Казиныч. Оп, две Мираны. Две Мираны чисто выпало, прикольно. Ну, а чё Казиныч? Я вон иду, по центру Киева висит огромный баннер с рекламой казино. Огромный баннер с рекламой казино. Я так подумал, ну, все, короче, сейчас предложат какую-то рекламу по казику, буду тоже казик рекламить. Типа, а чё отказываться? Типа, бабки. Чё отказываться? Типа, бабки. Везде это казино. Один я что-то сижу, что этого. Что-то сиськи мну. Отказываюсь от фри бабок. Так, ну шо, ничего не выпало? Ничего не выпало. Ну, имеется в виду, ничего не выпало, в смысле, вот после второго про этого, да? В Украине казино законно. Да, тем более, типа, казино законно. Законно, Карл, блядь, законно. Ну, все, значит. Значит, осталось, как бы... Ну, конечно, ну, что мне могло выпасть? Ну, чёрт. Все сеты выпали, кроме вот этих вот, да? Так, ну, дровка мне вроде не выпадала вообще, в принципе. Так, ну, сейчас чувствую, редкую дадут. Е-бой. Это было ожидаемо. Блин, это казино супер ожидаемое какое-то в Доте. Мне там, кстати, одни ребята предлагали рекламу, написали мне. Будем сидеть, крутить слоты. Тоже куплю себе какую-нибудь тачку супер крутую, три хаты. Сори, но будешь сидеть крутить слоты в соло. Почему? Ты что, не будешь со мной сидеть крутить слоты? Капец. Вообще-то ты, как настоящий зритель, должен был еще всю зарплату просрать. То есть, я такой, типа, захожу, кручу слоты, кидаю ссылку в чат, а вы потом идете и по этой ссылке просираете все бабки. И всю зарплату. Но только одну. Больше нельзя. Да, блядь, ничего не выпадает. Ну как так-то? Аплодисменты! Аплодисменты синим! Опять, сука, угадали. Да как вы это делаете? Ну, я понимаю, что я набор не открыл, но мне кажется, стоило бы сделать так, чтобы оно отображало все равно.
Так, ну ничего не выпало. Стоило бы все-таки, чтобы оно отображало, что у тебя как минимум есть возможность. Прикиньте, у меня получается столько сетов прикольных есть, которые... Так, это ж обычный, да, сет? Да. Опа. Лук Уэлл какой-то получил. Взаимный матч. Да ладно! Мне еще и троллейбус выпал. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну да, открываем, что? Я уже такой сижу, думаю, да ладно. Да не-не, да ну не-не-не. Да ну не-не-не-не-не, ерунда какая-то. Получу опыт за задание. Сейчас получу. Все. Можно мне вот такую штуку? Вот такое-то говно дали. Так, еще раз, два, три, четыре, пять. Ну что, открываем еще голосование за редкую, давайте. Нихуяшечки не дали. Бля, дали бы мне еще одного Void Спирита. Дали бы еще одного Void Спирита. Опа! Красные! Бля! Красные! Чат, это ор выше гор, посмотрите. Посмотрите, вы просто посмотрите. Ой, сука. Боже мой, чат, это что-то с чем-то. Я ваху, я просто ваху. 96%, я такого ни разу не видел. 96%, я такого не видел ни разу. Фух, да. Синие просто оформили рампагу.